Триумф баскских националистов, созданная в преддверии всеобщих выборов четырьмя небольшими партиями, коалиция Амаиур завоевала 7 мест в парламенте и получила возможность сформировать парламентскую фракцию. На всеобщих выборах Амаиур заняла 5-е место. Впервые за 15 лет баскские националисты вернулись в Конгресс депутатов. «Мы снова здесь», — заявил лидер Амаиур Сабина Куадра. Так решили граждане Монте-Агуда, Наварры, Алавы, Бискаи, Гипускоа, чтобы защитить наши права и нашу культуру. В 2002 году испанский парламент проголосовал за то, чтобы органы юстиции запретили партию Батасуна, объединявшую сепаратистов и считавшуюся политическим крылом ЭТА. Объявленная вне закона в 2003 году, Батасуна бойкотировала испанские органы власти. Но в мае, после муниципальных выборов, ситуация изменилась. Воспользовавшись перемирием, объявленным крайне ослабленной ЭТА, левые баскские националисты, создав новое политическое объединение Бильду, стали второй по значимости политической силой в стране басков. После этого они усилили давление на ЭТА, с тем, чтобы заставить ее окончательно отказаться от вооруженной борьбы. Что и произошло 20 октября. Отказ организации баскских сепаратистов от дальнейшего насилия стал историческим событием, за которым 10 ноября последовало заявление ЭТА о начале разоружения. Впервые после восстановления демократии в Испании, после правления Франко, парламентские выборы проходили без террористической угрозы со стороны ЭТА. Что и повлияло на успех Амаиур, утверждает этот избиратель из Бильбао. «Я считаю, что Амаиур выиграла, потому что выступала за установление мира. Только поэтому она смогла завоевать столько голосов. Я бы предпочел, чтобы это была БНП, но что случилось, то случилось». БНП, баскская националистическая партия, долгое время формировавшая правительство страны басков, набрала больше голосов, чем Амаиур. Но из-за особенностей испанского закона о выборах получила на 2 депутатских мандата меньше, чем новая коалиция, более умеренных, чем БНП партий.